Драматический театр для неуравновешенных актеров. Солнышко! Товарищ адвокат! Адвокат! Боксер в юбке. Давай. Зачем ты включился? Давай. Всем привет. Давай, раз, два, три. Всем привет. Я как вам говорю. Давай. Всем привет. Давай, раз. Тихо. Раз. Солнышко. Раз, два, три. Всем привет! В интернете все часто про них пишут. Эта книга называется «Уничтожь меня». Уникальный портрет для творческих людей. Короче, ты выполняешь всякие дурацкие задания, и ты должен эту книжку вообще разухарасить. И наклеить. Не разухарасить, а испытать. Не испытать. У меня есть все странички апельсина пропахли. Мы купили очень много наклеечек. Поднимай. Второй номер, что вы можете прочитать, это книги. За все каникулы я хочу прочитать эти две книги, которые мне посоветовала Солнышко. Фильм такой, «Рога», где... Редфилд снимается. Редфилд же нет. Гарри Поттера. Его в реальной жизни не Гарри Поттер. Да ладно! У меня прям мозг скипел. Как его зовут? Редфилд, короче. Дэниел Редклифф. Да. Дэниел Редклифф. Да? Короче, да. Вторая книга. Это «Ночная дорога». Третья. Научиться готовить. Мы нифига готовить не умеем. Я умею. Да, умею. Да. Ты не понравилась моя крутуха? Нет, я готовить умею, это товарищ. Ну, я не пробовала. Чё сказала? Вот придёшь ко мне в гости? Тебе маленькая. Ну, мы умеем, короче, готовить, так что это... Давайте все. Ну, этот пункт к нам не относится, потому что мы умеем готовить. Особенно я макароны. В холодную воду забрасываю. А ты пельмени тоже в холодную воду забрасываешь? Из этого у меня такая идеальная фигура. А я ем. Из-за ты такая жирная. Я рис забрасывала горячую воду. Вот она, бабушка говорит, что надо рис забрасывать горячую воду. Папа говорит, что рис забрасывать холодную воду. Она мамочка, а я лошара. Ну просто, ну я живу дочка, ну лошара. Типа это типа красиво. Я не понимаю, конечно, но это. Ну нахрена ты это говоришь? Это же некрасиво. Ладно, ну они тоже об этом не знают, что это некрасиво. Ладно, все, включаю.